Пожалуй, никогда на Йонинис в Висагенесе не было столько народа, как этим летом. Вот она, магия. И сила ее в том, что народ на закате карантина вновь ощутил всю прелесть общения друг с другом и пребывания в гуще событий. Как будто мы снова вернулись в ту прежнюю и, как сейчас понимаем, беззаботную жизнь. Висагенес с его удивительной природой, берег нашего озера – идеальное место для проведения таких мероприятий. А уж когда нас еще и радуют свои собственные уникальные коллективы, праздник запомнится навсегда. Всегда бывает, в Висагенесе представлен был весь спектр нашей многонациональной городской культуры. Поздравление всех Йонасов, Янин, Иванов – неотъемлемая часть этого праздника, как и плетение венков. Каждый год в Висагенесе всех желающих обучают этому, казалось бы, простому искусству. Ой-ля, ой-ля, ой-ля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 
Удивительно, но некоторые висыгинцы подходили на праздник и после полуночи. Праздничной торговли не было, но ведь всем обещали световые лазерные шоу каждые полчаса почти до рассвета. Тем временем у лодочной базы скапливались люди, желающие понаблюдать за небесными телами в импровизированной обсерватории с Висгинским астрономическим клубом. Правда, погода была неблагосклонна. Порадовала народ и творческая зона «Звуки из прошлого» с арт-резиденцией «Точка» на территории перед кемпингом. Именно здесь все смогли почувствовать язычество в современной интерпретации и послушать звуки из недавнего прошлого. Остается добавить, что этот большой праздник организовал Висгинский центр культуры, а в роли его партнеров были Висгинский астрономический клуб, арт-резиденция «Точка» и фонд «Сингиря». Хорошего всем настроения и ждем следующих праздников! Огненный